Вы знаете, я думаю, в самом раннем детстве, если это вспомнить, то мне всегда нравилось считать какие-то единицы. Например, я считал количество вагонов в проходящем поезде. Интересно было посчитать, а сколько вот прутьев в заборе металлических в том детском садике, вот я как сейчас помню, в детском садике был, я ходил, считал по секциям, сколько вот пруточков в каждом заборе. Мне всегда почему-то было интересно считать, группировать. Всегда интересно было наблюдать за чем-то. Я с самого начала понимал, что я буду химиком. Для меня, да, это моя жизнь. То есть я всегда мечтал быть в науке. Вот. Закончил университет с отличием. Защитил кандидатскую диссертацию. И пришел работать сразу же через несколько месяцев после окончания университета в НИОСТ. Я увидел, что в лабораториях современное оформление аппаратное, хорошие приборы стоят, люди везде работают. Ну, наверное, да. Жестковато. Я люблю порядок. То есть я люблю, когда все по порядку, когда у всего есть свое место, когда все четко распределено по графикам, по таблицам. Здесь в НИОСТе как бы случайных людей не бывает. Здесь задерживаются именно те люди, которые любят исследования, любят науку, любят научные задачи, любят их решать. Наша работа – это вот проекты в рамках именно компании «Сибур». И у нас все проекты, они как дети, они общие. Чужих проектов у нас есть такое, не знаю, может быть, шуточное выражение, может, нет. Чужих проектов не бывает, все проекты свои. Я думаю, ценные люди, на мой взгляд, это те, с кем не страшно идти в разведку. Вот. А у нас каждый проект как поход в разведку. У нас нет определенных действий, у нас нет определенных вариантов решения той или иной проблемы. У нас, как правило, возникает какая-то задача, она нестандартная. И если у вас не будет тех ценных людей, на которых вы сможете положиться, тем, кому вы сможете доверять, вот, то я уверен, что такую задачу решить не получится в одиночку. Поэтому ценные люди – это вот именно команда. Ну, в дальнейшем я бы хотел себя видеть, например, ведущим научным сотрудником. Да не например, я уверен, что я им стану. Компания «Сибур» – это вот по факту моя жизнь и моя работа, да, сейчас. Так как все ученые, они немножко специфические люди, да, они где-то там погружены в науку, в свои интересы, в интересах там какие-то научные интересы, то я могу сказать, что не лукавил. Компания, скорее всего, сейчас это моя жизнь.